Украинский богатырь Семен Радулов стал чемпионом мира в экзотическом виде спорта – пляжной борьбе. В турецком курортном городке Дальян весовой категории до 70 килограммов украинец одолел иранца и выиграл золотую медаль. Чемпионаты мира по пляжной борьбе проводятся Международной федерацией на протяжении уже 10 лет. Схватка длится 3 минуты, и пока один из соперников не наберет 3 балла. На этом у нас пока все. Мы продолжаем внимательно следить за всем, что происходит в Украине и мире сегодня, в этот выходной для Украины день. Больше новостей через 2 часа. Не переключайтесь и будьте в курсе.